Будемо говорити з вами про те, що у нас є дуже цікавий сюжет на тему все ж таки Іловайської трагедії. І це тема, яка є в нашій історії, ми маємо зараз вам про неї детальніше розповісти. А все ж таки сюжет, який на цю тему підготувала наша Наталочка Чинтелян, ми маємо показати вам зараз, щоб потім після того поговорити вже в ранковій студії з нашим гостем, поставити ці запитання, які цікавлять і вас, і нас. Учасники мітингу зранку збираються біля стін Служби безпеки України. Головна вимога – завершити розслідування щодо Іловайської трагедії та покарати винних. Координатор акції Михайло Корольов переконаний, загибель захисників України під Іловайськом у 2014 році не була випадковою. Іловайський котел – це організована була акція, совместная операция войск Российской Федерации и изменников Родины. Батальоны, которые подчинялись конкретно заступнику губернатора Днепропетровской области Корбану, эти батальоны были уничтожены. Как бы, порядка 500 человек, это вместе с точные данные 366 человек. Но если считать с безвести пропавшими, то где-то около 500 человек, плюс более 300 было ранятых, более 300 было взято в плен, и сотни раненые и искалеченные. Ініціатори акції вимагають зустрічі з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим. Хочуть йому передати нові матеріали щодо трагедії, а також фільм розслідування про зрадників. Ми вирішили зняти фільм, значить, і матеріали я лично збирав, це аналітична робота із відкритих істочників. Факт номер один, перше, тобто Корбан організував ці батальйони, тобто це його була ідея організувати ці батальйони, це перший факт. Тобто другий факт, тобто якщо він був, скажімо так, якщо Корбан був патріотом родини, да, тобто у нього 4 сына на тот момент, было 4 сына. То есть ни один из его детей не записался в добровольцы, ни один. То есть это говорит о том, что как бы, ну, он такой патриот, ну, непонятно какой. За словами Михайла Корольова, організатори Іловайської трагедії зібрали командирів українських батальйонів, пообіцяли їм винагороду за те, що вони будуть звільняти місто і надали неточну інформацію. Також активіст вважає, що генерал-полковник Руслан Хомчак не мав права командувати військовими під час операції. Нашими батальйонами командував Хомчак. Він юридично не мав взагалі прав ими командувати, тому що батальйони АТО підчинялись тільки Міністерству внутрішніх справ юридично і тільки підчинялись Корбану напрямую заступнику губернатора. Тобто Хомчак не мав права, він воєнний чоловік, він мог давати прикази тільки воєнним людям. Винними у трагедії також називають діючого міського голову Дніпра Бориса Філатова та політика Геннадія Корбана. Акція тривала кілька годин. Наприкінці акції до учасників вийшов співробітник СБУ. Він взяв усі матеріали і пообіцяв їх зареєструвати. Подача заявлення немножко другое. Ви хочете, щоб я вам здав? Я б вам пропонував це зробити. Давайте я здам. Активісти кажуть, що чекатимуть реакції від СБУ і обіцяють зробити все можливе, щоб завершити розслідування та притягнути винних в Іловайській трагедії до відповідальності. Владислав Любченко, Сергій Краснощок. Друзі, ми піднімаємо сьогодні з вами важливу тему. Це Іловайська трагедія. І у студії у нас Михайло Корольов, керівник організації «Єдність України». Доброго ранку, пане Михайло. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну, потрібно згадати серпень 2014-го, коли трапилася найжахливіша, напевно, історія взагалі у війні на Донбасі з України. Розкажіть, будь ласка, скільки тривали бойові дії? Ну, смотрите, относительно Іловайської трагедії, события розворачували следующим образом. 5 августа 2014 года в кабинете Корбана произошло собрание, где была разработана схема захвата Іловайська и именно силами добровольчих батальонов. Угу. То есть на более подробно, в принципе, я этой трагедией занимаюсь уже где-то, ну, довольно приличное время. То есть и более подробно есть информация, если телезрители хотят посмотреть, на моем Фейсбуке, на моем канале, в Ютубе и в Телеграм-канале есть именно снятый про это фильм более подробно, с четким фактажом, с аналитикой и с подачей свидетельских показаний и все остальное. То есть здесь сразу происходит, ну то есть почему я именно решил, что Корбан, Филатов и Хомчак – агенты Кремля? То есть после всех вот этих последних 7 лет, когда видно, что наша страна, и в частности Днепр и Днепропетровская область, где я проживаю, откуда я приехал, движется в непонятном направлении, хотя произошла революция достоинства, люди отдали свои жизни, как бы, то есть не задумываясь, как бы, много погибло добровольцев. То есть вижу, что страна наша движется никуда. И начал понимать, что люди, которые находятся у власти, они как-то не так себя ведут, в частности в нашей Днепропетровской области. У нас полностью произошла узурпация власти,
что Корбан, который не занимает никакой абсолютно должности, так, полностью управляет городом, средствами и всем остальным, то есть всеми чиновниками. Это серый кардинал такой? Ну, он даже не серый кардинал. Если бы он был бы серый кардинал, то он бы, он, ну, он как бы это официально всем заявляет и снимает про себя фильмы, все как бы. То есть, ну, наверное, у него может комплекс неполноценности, как бы. То есть, ну, может, у него типаж такой, что выбрать его люди не выберут, потому что он пробовал избираться в Чернигове, шел в депутаты Верховной Рады, пробовал избираться на мэра Киева, как бы. То есть, ну, у меня как бы... То есть типаж у человека как Шарикова, как говорится, то есть и выбрать его люди не выберут. Поэтому он как бы создал такую сетку как бы людей, то есть я уверен, там идет финансирование хорошее с Россией, как бы, то есть за большие деньги. То есть он расставляет сейчас своих марионеток в ветвях центральной власти. Как бы, ну, понятно, что государственные органы там где-то на что-то закрывают глаза, не реагируют. То есть, ну, Иловайская трагедия именно меня очень сильно зацепила, когда я начал в этом разбираться. То есть Корбан абсолютно гражданский человек. То есть на Майдане революции достоинства сформировалась активная масса людей, патриотов, которые научились организовываться и давать отпор любой власти узурпаторов. То есть, соответственно, сразу после победы революции появляется Корбан, который не имел никакого отношения к революции. Коломойский делает эту фатальную ошибку, назначает Корбана, и он организовывает добровольческие батальоны и собирает самых активных людей, в первую очередь из майдановцев. То есть потом происходит эта Иловайская ловушка, то есть добровольческие батальоны, они не имели права воевать как бы, ну, с регулярными войсками, потому что они, во-первых, зарегистрированы были Министерством внутренних справ, так, они занимаются именно... охраной территории, зачисткой там от оставшихся сепаратистов. То есть они вторым эшелоном должны были идти после регулярных профессиональной армии, где есть техника, где есть вооружение, где есть досвид, то есть где есть именно военные люди, которые всю жизнь... То есть добровольцы — это обычные люди, это инженеры, там, механики, строители. То есть обычные люди, которым просто они решили пойти на патриотических, как говорится, таких тонах и помогать армии как бы освобождать нашу территорию. То есть поэтому... Их Корбан как бы владел всей информацией, он так как у него соответствующий комплекс неполноценности, он везде показывает, что он везде такой патриот, что он везде такой как бы там он проукраинский там и все как бы, то есть он это везде фиксирует, это везде есть во всех открытых источниках очень много информации, которую я всю вытянул и вложил в свой фильм. Вибачте, а як, на вашу думку, як так трапилося, що замість спеціально навчених людей української армії відправили туди добровольців? Ну, типу, мені складно якось зрозуміти цю позицію. Мені теж це складно розуміти, але саме головне, що как бы, именно для того, щоб це повністю докопатися до всієї цієї істини, то есть треба конкретно брати фігурантів, які непосредственно видно, що... Они этим, в этом принимали участие, так, брать их, выписывать им подозрения, проводить соответствующие действия процессуальные. То есть, и после этого, когда они уже будут давать показания, понимать, почему так случилось, почему именно они это делали и все остальное. То есть, понятно, что здесь как бы есть, ну, Корбан расставляет своих марионеток в ветвях центральной власти. Как бы, то есть вообще я как бы начал, когда копаться в его истории, как бы первое, сейчас я очень сильно стал обращать внимание на людей, которые в 90-е годы ехали в Москву учиться. То есть, и сейчас они вернулись назад, как бы они тут занимают какие-то должности, и по действиям видно, что они как-то ведут, ну, не проукраинскую. Не ту политику оппозиция. Выбрали. Да, не ту политику. То есть, первое, то есть, если человек едет в Москву, есть у нас в Украине такие же вузы, да, если он едет в Москву, это морально говорит о том, что он как бы преклоняется перед Москвой, он хочет туда как бы попасть, в эту Москву, да. То есть люди, которые в Москве отучились и там закрепились, и все, то есть это понятно. То есть, ну, они пророссийские, они любят Россию, они остались жить в России, в Москве там и занимаются бизнесом. Точно так же и Корбан с Хомчаком, они учились в Москве. То есть, и они потом возвращаются сюда. То есть Корбан, когда проучился в Москве один год, ну, так видно, может, интеллект не такой, как бы его выгнали. То есть он год еще где-то болтался в Москве, занимался там бизнесом. Ну, так как он, это в Википедии, это открытая информация. То есть он занимался там бизнесом на бирже, торговой бирже. Заработал там 200 тысяч долларов, и вдруг он возвращается в Днепр.
Вопрос, то есть, ну, как я, как бизнесмен, любой бизнес, который вы делаете в Днепре, например, там у нас миллион, город-миллионник, то есть и Москва, это 18 миллионов, любой бизнес при одинаковом вложении сил и энергии, как бы, то есть в Днепре ты заработаешь раз в 20, а то в 50 раз меньше. Угу. То есть в Москве тот же самый бизнес приносит 20-50 раз больше. То есть человек, если рвется в Москву, он там закрепился, он там зарабатывает хорошие деньги. Ну, с 200 тысяч долларов он не приедет на 5 тысяч долларов в Днепр. Угу. Для этого должна быть какая-то веская причина. Там, например, воссоединение с семьей. У Корбана на тот момент времени, в конце 80-х, вся его семья переехала на ПМЖ в Израиль. Угу. То есть мама, папа, так, сестра, все, короче, его родственники, они все граждане Израиля. То есть вопрос, зачем ты вернулся в Днепропетровск? То есть я сейчас, после всех этих событий, я понимаю, что он вернулся в Днепр для того, чтобы выполнять задания. То есть он там был завербован, ему дали финансирование там в Москве, ФСБ. То есть он вернулся сюда вести подрывную деятельность. А це можна пов'язати з його кримінальним минулим щодо Дніпропетровської області? Как раз я к этому і подхожу. То есть дальше он начинает заниматься криминальными элементами. То есть он занимается, первое, он принимает активное участие в формировании олигархического строя в нашей стране. То есть он отжимает предприятия для наших олигархов. То есть хотя у него нет ни образования, ничего, откуда у него как бы такое. То есть эта структура конкретно курируется органами, силовиками на тот момент, которые контролировались Кремлем, Москвой, ФСБ. То есть мы знаем, что некоторые даже наши силовики имели российские паспорта при власти Януковича. То есть он занимается таких, как Ахметов, отжимает предприятия, Коломойский, Новинский, Тарута. То есть, ну, как бы, ряд, как бы, то есть, есть этому всему информация, как бы, то есть, он занимается это, его никто не трогает. То есть, это он, государственное наше достояние, которое принадлежит народу, он за копейки, схемами мутными, короче, для олигархов, это все, ну, за это он получает соответствующую долю. Потом он начинает заниматься убийствами, то есть, заказными убийствами, то есть... Ну как, не конкретно он, как бы, но люди, которые имели с ним бизнес-партнеры, даже друзья, у нас есть такой Геннадий Акселерот, который застройщик, все в городе даже самый большой еврейский центр в мире он построил, Минора, да, то есть это Акселерот, очень такая известная личность. То есть он тоже погибает насильственным образом. И он брал кредит в 300 миллионов долларов под строительство торгового центра «Пассаж». Так. Этот торговый центр «Пассаж» переходит полностью в собственность Корбану и Филатову, действующему мэру. Так. То есть 300 миллионов долларов, которые они брали в банке «Форум», короче, они так и остаются здесь. То есть получается, Корбан и Филатов имеют мотив для того, чтобы совершить убийство своего партнера Акселерода. Получается, происходит следующим образом. Их даже не вводят в статус подозреваемого. То есть, если есть явный мотив, и людей не ввели в статус подозреваемого, это говорит о том, что они пользовались покровительством власти Януковича. Это было во время власти Януковича. Янукович тогда был премьер-министр, потом он стал президентом. Происходит убийство бизнесмена Курочкина, российского, получается, бизнесмена. И рынок Озерка тоже переходит в собственность Корбана, то есть на фирму, которая... Здесь вообще у меня есть тоже отдельный про это снят сюжет фильм, про это убийство. То есть здесь я понимаю, что здесь была операция ФСБ, они Курочкина, как бы явного как бы сторонника России, они обменивают на псевдопатриота, то есть и собственность, российские, московские деньги. Причем Курочкин был фигура, он был руководителем русского клуба, как бы, то есть если бы Россия, как бы, ну, именно... Это не была операция ФСБ, они бы любого человека уничтожили, потому что в 2007 году полностью они командовали здесь, они бы раздавили любого там. То есть, поэтому здесь Корбана они не трогают, и он спокойно, рынок Озерка переходит в собственность его, прямо это, у меня тоже фильм про это снят, в собственность прямо на его сестру переоформляется гражданство Израиля. Корбана. На сестру Корбана. Официально это данные с официальных источников. Пане Михайло, а ось у вас взагалі настільки детально розібрата ця ситуація, і ви кажете, у вас є не один фільм саме, якби з розслідування, навіть хочу сказати. Да, я займаюся. Взагалі цікаво, чому це вам настільки сильно відгукується. Ви, от, де ви були саме в той момент, наприклад, коли відбулася ця трагедія?
Смотрите, я вообще сам, как бы, я просто человек с бизнеса. Я занимался бизнесом, металлом занимался, охраной занимался. В 2013 году я поехал на Майдан в декабре 2013 года. То есть я работал с предприятиями, то есть я понимал, что идет монополия, все, и я был против этой власти Януковича. То есть я поехал на Майдан, организовал там Днепропетровскую сотню, как бы, то есть, и мы занимались там организацией всех этих вопросов противостоянию власти Януковича. Поэтому на Майдане я понял, вынес одну такую ценность, что украинский народ, в принципе, он достойный сам по себе, и да, взять любые заварушки, любые вот такие массовые протесты в любой стране, происходят какие-то массовые там разграбляются магазины, там, кафе громят, там, то есть все в этом эпицентре событий, где происходят массовые протесты, как бы там все, ну, идут какие-то беспорядки. То есть на самом Майдане был порядок, то есть была атмосфера, то есть действительно приехали люди, многие такие, как я, просто приехали, ну, не за деньги, то есть просто приехали для того, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Потому что, чтобы не били наших студентов, угу. если они что-то, чтобы моих детей потом просто не били, если они выйдут какие-то беркутовцы. То есть я ради этого поехал на Майдан. Поэтому я как бы, у меня произошло там в сознании такое, ну, как бы осознание, то есть нашей, как бы, украинского, как бы, духа, то есть я как бы этим проникся. И, ну, я очень, как бы, переживаю за то, чтобы не произошло еще таких иловайских котлов. Как бы я не хочу, чтобы изменники Родины командовали, находились в ветвях власти, чтобы они, ну, наших солдат, как бы, не в спину, как говорится, не вставляли нож. То есть украинский народ, ну, очень сильный, мы готовы воевать в открытом бою с любым врагом, мы никого не боимся. Но когда, ну, нас собирают и загоняют в ловушку, в иловайский котел, то це, звісно, ну, це страшно. Пане Михайло, а ви думаєте, що, ну, мені дуже цікаво зрозуміти вашу позицію, тому що в мене досить противоречиві думки з цього приводу. Я не можу зрозуміти просто, як так трапилося, що нашим бійцям забезпечили зелений коридор, наші пішли на умови для того, щоб винести звідти поранених, і потім наших просто почали бомбити. Ну, це типу з агентурою пов'язано якось? 100%. Я думаю, це була спеціально розроблена операція агентури ФСБ, тобто з нашими змінниками Родини. Тобто вони наших добровольців всіх зібрали, тому що розуміли, якщо ці добровольці зараз будуть тут займатися розвитком України, как бы, то есть, їм цього не треба. Тобто вони зібрали добровольців в одному місці, їх туди відправили, прислали туда генерала Хамчика, который командовал батальонами. В принципе, есть у меня в ролике там такой сюжет, где Муженко, как бы, ну, ему задавали вопросы на прямом эфире. Он рассказывал, что они рекомендовали Хамчику, то есть, что по зеленому коридору не выходить. Они ему рекомендовали либо закрепиться в Иловайске, держать оборону, потому что когда ты держишь оборону, то есть силы противника надо в 3 раза больше потерять, ну, чтобы уничтожить наших 1000 добровольцев, надо было 3000 положить россиян. То есть это первый вариант, и ждать подкрепления регулярной армии Украины. То есть и второй вариант, он предлагал выходить в другом направлении, не по зеленому коридору. Mm-hmm. Потому что зеленый коридор, там они оборудовали себе так. огневые точки как раз по этому коридору, то есть чтобы их успешно стрелять. И здесь очень важно, что Хамчак сначала задержал наших добровольцев, хотя времени было с 24 по 26 августа 2 суток для того, чтобы наши добровольцы просто вышли с этого коридора на свои позиции, вернулись в Днепропетровскую область. То есть он их задерживает, держит их там до того момента, пока полностью возьмут в окружение. Угу. И потом он им дает команду выходить из этого окружения по этому кровавому коридору. То есть, причем выстрелил их не в одну колонну, а в 2 колонны, чтобы они все могли туда зайти и чтобы их всех могли уничтожить. Потому что если бы он выстрелил в одну колонну, какая-то часть могла остаться здесь. И Муженко рекомендовал, что даже если вы будете выходить, выходите по широкому фронту, то есть в противоположном направлении, то есть небольшими группами. То есть даже если россияне не сдержат свое, как бы, слово, допустим, ну там 20-30... Хотя был бы какой-то маневр. То есть, ну, был бы маневр, и, ну, то есть не было бы столько погибших, то есть, и если бы, ну, завязалось именно... То есть не было столько погибших, ну, и со стороны Российской Федерации было бы еще больше погибших, то есть поэтому это был бы, как бы, можно сказать, равный бой. То есть, а здесь было просто подлое предательство, просто убийство из-под тишка, то есть...
И самое еще очень такой важный факт, что командир войск Российской Федерации был однокурсником генерала Хомчака в Московском военном училище. Я от якраз хотів би до цього і підвести. От на вашу думку, згідно вашого розслідування, чи є якісь натяки на те, хто йому віддав наказ? Кому? Хомчаку? Хомчаку. Хомчаку наказ з української сторони, ви маєте в виду? Или... Ну, чи з української, чи з російської. Просто я хочу зрозуміти, звідки пішли ось ці ноги і звідки пішов наказ, щоб наших бійців виводити от там. Смотрите, ну, конкретно наказ виводити наших бійців давав Хомчак. Потому что Муженко, генерал армии, тогда командовал генеральным штабом, он ему есть это, в открытом источнике, есть эта информация в Мосфильме, он говорит Хомчаку, рекомендует, но он же не знает, какая там обстановка. Так. Он находится в Киеве, Хомчак находится в Иловайске. Хомчак взял управление в Иловайске на себя. То есть они ведут диалог, ну, что делать. Они ему, Муженко рекомендует выходить в противоположном направлении небольшими группами по широкому фронту. Так. С вооружением, при полном вооружении. Так. То есть либо закрепиться в Иловайске, держать оборону и ждать подкрепления. Яке так и не надійшло. Ну, оно, подкрепление, оно ж не один, не два дня, там тоже ну, переместить как бы войска. Но Муженко, ну, то есть, ну, если завязался бой там действительно, то есть, и все остальное, как бы за день, за два войска бы украинские подтянулись бы. То есть у нас и на параде мы видели, были войска, и все, как бы, то есть они бы подтянулись. То есть Хомчак как бы их задержал, и он их дал команду выходить по этому кровавому коридору. То есть он сам там полностью контролировал ситуацию, и он не рекомендации генерального штаба, он их полностью сделал по-своему. Ага. Плюс даже есть в фильме, там есть такой корреспондент Шапошников, он был непосредственным свидетелем, и он снимал это все на камеру, очень много материала есть тоже, он много фильмов снял. Я его часть основного этого материала вставил тоже в свой фильм, как свидетельские показания. Значит, там, получается, генерал Хомчак всех патриотов собрал в эти две колонны. Угу. Когда началась стрельба, ему передают, нас обстреливают с минометов, все, что нам делать? Он говорит, всем вперед, то есть это его слова по рации. Это архивные, всем... так, какие-то материалы? Да, это материалы, это вот есть съемка, сам Хомчак дает команду именно в эфире. Всем вперед, прорываемся с боем. Хотя он сказал всем разоружиться, взять только легкое вооружение по одному автомату. Угу, они в маршрутных микроавтобусах, в обычных, то есть они едут и они попадают под обстрел. То есть ему говорят, что нам делать, нас обстреливают. Он говорит, едьте всем вперед, сам разворачивает свой автомобиль и текает, как бы вылываясь. К ночью там, он, и с ним находился Шапошников. Он находится с ним, он снимает это все на камеру, что они разворачиваются на своем автомобиле. Он добровольцам говорит вперед, сам разворачивает свой автомобиль. И ночью он бегством с командиром батальона Днепр-1 Юрием Береза. Они бросают этих солдат, их там было там несколько раненых и несколько вот с этим же корреспондентом Шапошником. Они ночью берут тепловизор, бросают рацию, бросают свое оружие, бросают автобусы, как бы свои транспорт. И они ночью просто уходят бегством. Куда они вышли? Может, они вообще вышли в российском направлении, и так как они предатели, их там как-то переправили сюда, дальше вести подрывную деятельность агентуры. Поэтому здесь очень много именно, ну, именно косвенных фактов, ну, таких нюансов. Прямых фактов, доказательств, то есть именно доказательства, чтобы вести процессуальные, ну, то есть для того, чтобы вести доказательную базу, надо для этого, чтобы были полномочия, то есть надо находиться как бы, ну, то есть поэтому сегодня наши действия, я месяц снял этот фильм, я обратился к президенту Украины, чтобы он взял этот вопрос под личный контроль, попросил, потому что я верю, что президент, в принципе, у нас, ну, на боте украинского народа. Я обратился в правоохранительные органы, чтобы они, ну, наконец-таки начали расследовать это, ну, страшное преступление, чтобы это все было открыто, чтобы наш народ увидел, что действительно у нас в стране происходят изменения, и когда мы сможем очистить ветви власти от агентуры Кремля, то есть тогда мы сможем именно как-то о чем-то думать, потому что пока здесь находится агентура Кремля, то есть ведется работа для, ну, подрывная деятельность и информационная, и... Ми так само побачили в кінці сюжету нашого, що передача документів все ж таки відбулася. Да, ми, смотрите, ми приїхали, я вам скажу наші дії, ми приїхали спочатку в Генеральну прокуратуру, провели там мітинг, передали наше звернення офіційне вже, тобто, якщо вони не відреагували на усне, ми приїхали, я як керівник громадської організації, я передав заступнику прокурора,
То есть это звернення. То есть вчера мы попробовали передать звернення в СБУ, мы передали нашему председателю Службы безопасности Украины. Сегодня мы планируем передать в Раду национальной обороны и безопасности Украины тоже наше звернення, потому что мы видим, что она действительно работает, этот орган, у нас надежда на него, мы их поддерживаем, мы полностью, что сегодня, как они с Медведчуком там, то есть именно результат их работы, поэтому мы хотим, чтобы они Днепропетровскую область тоже не забывали, что в Днепре тоже есть у нас агенты, предатели, то есть и самый страшный враг, это который находится в середине. То есть и когда есть внешний враг, это ты понимаешь, с кем ты воюешь, когда ты находишься в середине, он говорит, что он патриот, и еще он тебе отдает приказы и команды, но это просто уничтожение, убийство, поэтому нельзя больше такого допускать. А можна якраз зрозуміти головний меседж саме і мету вашої організації? Организация наша стандартная, как бы, ну, мы хотим именно противостоять злу, противостоять организованным преступным группировкам, то есть который, агентуре, которая ведет подрывную деятельность. То есть организация у нас, в принципе, открыта давно, как бы, то есть мы, то есть, ну, конкретно именно, ну, я приехал сюда, если бы я просто как человек приехал, то есть я приехал как керівник громадской организации, привез с собой активистов там наших, как бы, чтобы, допустим, чтобы это было как-то массово, чтобы нас, может быть, заметит наше руководство страны, которое находится на боте украинского народа. И мы готовы им всячески помогать. У нас есть много материалов. У нас есть и специалисты, которые мы сейчас собираем в нашу группу, которые имеют досвид, как собирать доказательную базу и все остальное. То есть мы проводим аналитическую работу. Поэтому, то есть даже сегодня, если просто посмотрев мой фильм, вы можете тоже сделать вывод, как бы, то есть после этого фильма сделать, ну, свой вывод, ну, правильно мы работаем, либо неправильно. Но уже у меня более 100 тысяч просмотров, ну, и, ну, если какие-то есть негативные отклики от людей, ну, видно, это пишут конкретные боты, то есть у меня открытые эти... открытые комментарии, то есть, ну, конкретные боты пишут какую-то негативную информацию, ну, 99,9 людей, которые смотрят мой фильм, они меня полностью поддерживают, и они, ну, говорят, что вы в правильном направлении движетесь, поэтому желают удачи, помощи, то есть собирается в нашем городе Днепр, собирается именно уже реальная оппозиция, которая может противостоять этому злу. Потому что до 2017 года вся оппозиция в городе Днепр была полностью раздавлена, куплена, и произошла полная узурпация власти. Угу. То есть есть у нас оппозиционеры, даже те же прокремлевские, они уже все работают под Корбаном. Ну, а как можно купить прокремлевских... ну, агентов. Ну, прокремлевские партии, как ты можешь купить, если их финансирует Кремль? То есть только если деньги Кремля пойдут через тебя. Но это только такое объяснение, потому что Корбан перекупить деньги Кремля, я думаю, вряд ли сможет какой-то любой человек, ну, если он хочет. То есть они все, оппозиционная платформа «За життя» полностью контролируется Корбаном. То есть это, ну, ОПЗЖ контролируется Корбаном. Его там руководители, его охранники, все в этой партии находятся. А, вы маєте на увазі саму місцевую, так? Місцевую, да, місцевую. То есть, ну, я имею в виду, что у нас в Днепре именно, в Днепре, Днепропетровской области. То есть в Днепре произошла полностью узурпация власти. В Днепропетровской области узурпация власти уже произошла. Корбан решил стать хозяином Днепропетровской области. То есть и сейчас он уже ведет своего холопа Филатова, готовит на пост президента. То есть он, они хотят... Кого вони готують? Філатова? Філатова. Щоб він балотувався на майбутніх виборах? Да, они сейчас новую партию «Пропозиция» создали, которую как бы туда именно ее раскручивают, все, и готовят ее в Верховную Раду. И своего Филатова, подконтрольного марионетку, который исполняет сегодня официальную должность мэра Днепра. То есть они готовят его на президента, как бы. Поэтому, то есть, они любят, умеют обманывать, входить в доверие. Ну, тобто, треба більш обережно ставитися до ось цих новинок, які надходять, так? Конечно, да. Пане Михайло, ми вам безмежно вдячні за змістовне інтерв'ю, дякую за інформацію і за певні попередження, треба бути трішечки уважним. Ну, ви знаєте, ми також вас підтримуємо. Ну, благе діло робите. Дякую, дуже дякую. Друзі, я безмежно вам дякую за перегляд цього відео і раджу підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Матеріалу буде багато. Обов'язково залишайте свої коментарі, даруйте нам свої вподобайки, і ми будемо старатися ще більше дивувати вас щодня.